когда, то есть мы жили с парнями на улице осенью, и чувствуя, что наступают уже холода, надвигаются и дожди, унылая погода, и заморозки уже по ночам, решили освоить этот домик. Этот домик был без окон, и, ну, без печки, естественно, и совершенно такой захламленный. Тут была груда кирпичей. И вот к этому, к теперешнему облику мы шли вот целую осень. Надо сказать, что бомжи, бомжами трудолюбивые люди не становятся. И вот законопатить нам окна вот таким образом было очень сложно. Потому что никто ничего не хотел делать. Окон не было, мы зашторили брезентом. И вот одно окно с витражом я сделал, я потратил на это два дня. Два дня сделать это окно с витражом и вот эту печку поставить здесь. Печку сделал Макс Железяка, и она валялась на даче без дела. И мы ее сюда притащили. И печка идеально подходит здесь. Скажу, ворон, не считаю. Милый брат, дорогая моя сестра, церковь Божья сегодня спросит тебя, что за знамя несешь ты над своей головой и какие слова ты в сердце носишь с собой. У нас тут парк современного искусства, как бы считается, это вот его центральная площадь, тут летом очень красиво. Вот здесь вот эта теплотрасса, а вот это самый такой аутентичный бомжатский домик. Вот за этими шторками он находится. Реально можно, если немножко разгрести здесь, реально можно жить там тепло. Тепло даже в лютые морозы можно выживать. Ну, у монахов ведь тоже есть, когда монахи, достигнув уже каких-то там высот, они становятся отшельниками или столпниками, такое забытое, вот. А бомжи, они оказываются, то есть поначалу, пока они еще более-менее социальные, они живут там где-то в подъездах, вот, или какие-то, ну, потом они переходят в подвалы, и вот уже вот эта вот теплотрасса, это самое такое, обычно после теплотрассы год-два максимум жизнь бомжа длится, потом бомж умирает. В нашем овраге, а сейчас это парк современного искусства имени Дмитрия Пригова, за последние 5 лет умерло 4 бомжа. Пошли. Есть такой торт, как бы вот наше общество можно сравнить с тортом. И вот самые такие вишенки сверху, и всякое такое крем, и безе, это олигархия. Это вершина как бы вот этого общества. Миллионеры. Вот. Прослойка дальше идет, вот тесто, это простой народ. Простой народ. А вот это вот поджарка, подгарка, да, на которую обычно никто не смотрит. Это есть бомжи, нищие, колдыри, всякие преступники, всякие маргиналы и так далее, проститутки. Ну, вот это вот низ вот этого общества. Но без этого низа этого общества бы не было. То есть и низ порождает общество, и общество порождает вот этот низ. Вот здесь у нас начинается самое интересное обычно, потому что это такая, некий такой пограничный столб между миром современного искусства и миром современной вот такой вот индустрии, с миром современных таких коммуникаций. Сейчас мы окажемся около магазина «Трейдинг» и посмотрим на мусорные баки. Пойдем. Здесь на помойке мы чувствуем себя как рыба в воде. Это настоящий мир. Настоящий мир. Ну, настоящих находок. Настоящей радости какой-то. Мир таких настоящих человеческих эмоций. Что здесь
все очень ненадумано. И если тебе ну что-то надо, то ты это здесь найдешь. Если хочешь мясо, ты найдешь мясо. Если у тебя наоборот чего-то переизбыток, то ты можешь потом несколько недель этого не находить. Вот. Но надо сказать, что работа, это настоящая работа, копаться на помойке. Надо знать некоторые тонкости, в каком бачке что есть, что можно есть, а что не надо. На самом деле, ну, это не я придумал. Говорят, что у человека как будто вкусовые рецепторы есть на кончиках пальцев, только они атрофированы. Вкусовые рецепторы, они снова как будто начали, ну, снова как будто бы ожили, и я уже могу практически не глядя, если я что-то хватаю, я уже знаю, это съедобно или нет, и более того, знаю, насколько это съедобно. Но кое-что есть. Гнездо глухаря. Аллилуйя! Я люблю тебя, Иисус. Иисус, ты мой кумир. Иисус, суперзвезда. Ну, конечно, мы тут с бомжами частенько смеялись как раз на тему того, что, ну, мы, что мы вот такие же, как олигархи, что мы тоже олигархи, да, по-своему. Что мы делаем, что хотим, едим, что хотим. Особенно, когда на помойке дают какую-нибудь олигархическую еду. Например, однажды я достаю прямо из мусорного бачка вот дыню, такая сладкая сахарная дыня. И она вот, на ней вот такая вот куча икры черной и с красной, вперемешку. И еще снизу такая куча икры. Я думаю, вот наконец-то. Правда, черная икра, она же искусственная была, а красная среди ней попадалась настоящая. И можно было вот поесть такой настоящей искусственной черной икры. Даже если сложить все сетинки, и дождинки, и даже песчинки, то не хватит, Иисус, не хватит. Чтоб сказать о любви моей. Интересно-то, конечно, когда бывают какие-нибудь вещи или даже фотоальбомы или вот такие вот, я всегда с удовольствием изучаю это. То есть мне это кажется очень содержательным. Вот настоящее для домашних питомцев. Красный халатик, натуральный. Не противно копаться в помойке? Да я как-то с детства ведь этим занимаюсь. Мне, я как-то наоборот с удовольствием это делаю. То есть у меня, я чувствую, что я не зря живу. И даже вы же видели, что мы когда выходили, у меня было плохое настроение. Сейчас у меня такое отличное, меня прет. То есть такой охотник сейчас? Вот их собирайте. Да, это настоящая радость настоящего мужика. Вот такое у нас современное искусство, о какой. Главное, ведь это все не поддельно красиво. Вот такую мебель, ну особо. Захочешь, ты не сделаешь. Не придумаешь, так не сочинишь. Еду найти не так-то просто. Вот. Еще какое-то время назад, может быть, год-два назад, вот в этих бачках была еда, а сейчас народ стал победнее жить. Это чувствуется. Супермаркеты устраивают ночи распродажи. Я бы на такой ночи распродажи побывал, на таком ночном шопоголизме. И посмотрел на людей, то есть это красивые люди, молодежь. У них какое-то, какие-то эмоции на лицах есть, радость, даже улыбки. Вот. И вот такое вот столкновение. Но это неизбежно, то есть это нельзя сказать, что это плохо или хорошо. И на самом деле вот эти шопинг-центры, наши бывшие заводы там или какие-то вновь возведенные какие-то ангары, склады, где собираются люди. Если крестьяне собирались, молильные дома такие были, вот, где люди собирались, или такие типа клубы, где молодежь собиралась тоже послушать музыку, потанцевать под граммофон, то сейчас молодежь собирается в этих в
больших гастрономах, и мне это удивительно. То есть мне это удивительно было с самого начала, и мне казалось, что это так, ну, так необычно. Вот. А на самом деле же это очень стратегично. То есть случись что, например, не хватает обогрева или теплоснабжения какое-то, и люди уже выбили все окна, сожгли все рамы пластиковые у себя дома, и уже всю мебель сожгли, да, вот в этих каменных скалах. Случись что, и вот эти, как раньше в старину, опять же, в церквах собирались от татаро-монголов от нашествия, да, прятались, как-то шухерились, потому что татары в церкви не жгли, якобы, вроде бы. Вот. То сейчас, видимо, в такой же в критичной ситуации вот эти вот супермаркеты окажутся таким местом, где можно будет как бы спасаться, выживать, греться. Я иногда хожу в супермаркеты, чтобы прохватить экстрима. То есть я одеваюсь в такую одежду, в которой я выхожу к маме и хожу в церковь. И, ну, специальная такая более-менее чистая одежда специальная. И стараюсь очень быстро пройти по супермаркету. Иногда меня задерживают специальные спецслужбы в супермаркетах. И больше не потому, что я что-то у них мог украсть, а, наверное, познакомиться со мной, потрогать меня. То есть меня иногда трогают так потрогают, и я дальше иду. Хорошо, после контакта с такими сильными ребятами. С миллионом рублей, найденным в помойке. Как любой, наверное, здравомыслящий человек как-нибудь безумно их потрачу. И прибавить, да? Еще океаны и моря, и дальние страны. То не хватит, Иисус, не хватит. Вот мы возьмем, наверное, с собой ее, мы же собираем коллекцию чемоданов. Так, это что-то такие какие-то вещи тут есть, зонтики. Ну, я всегда смотрю, из чего сделано и что производство. Ага. Акцентный полиэстер. Не рекомендуется сушить в барабане 100% полиэстер. Отлично. Почти что все защелки работают. Вот сейчас я уже не просто бомж, а бомж. Бомж с дипломатом. Он тусуется с нами! Он такой же, как мы! Он оттопыривается с нами! Братья и сестры! Иисус, я люблю тебя! Ну, бомжи вообще, в принципе, токсикоманы в основном. Поэтому они все курят. Все пьют. Регулярно, стабильно, алкоголь. И сквернословят. Ничто человеческое не чуждо для бомжа. Конечно, совершенно не хотелось бы мне пить и курить. Я не пью и не курю, и каждый день Богу молюсь, чтобы он мне дал силы для того, чтобы и на следующий день тоже не пить и не курить. Иисус, ты мой кумир. Иисус, суперзвезда. Даже если сложить все силы и дождь, даже что не хватит, Иисус, не хватит, чтоб сказать о любви твоей. Иисус, люди руки поднимите. Йоу! Настоящие макароны по-флотски. Он хорошо учится в школе. Иисус любит вас. Иисус работает на бумаже. Иисус, дружище. Иисус работает на МЗ по совместительству и всем помогает.